Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Екатерина Шаханова, Demis Group. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Сергей. Давайте расскажите поподробнее, пожалуйста, о своей компании. Компания Demis Group, 18-й год на российском рынке, занимается исключительно диджитал-продвижением, больше ничем не занимается. То есть все, что связано в интернет-пространстве, это все наше. В одном окне до 80 разных диджитал-инструментов вы можете приобрести у нас и составлять разные диджитал-стратегии, которые решают задачи бизнеса. Вы сделали свой бизнес, но вы пока никому не знакомы. Вы компания, которая приходит к вам, и сразу все хорошо. Вас все узнают, лояльность, узнаваемость, сразу все уже будет у нас в руках. Да, абсолютно верно. То есть это определенные знания, это определенные механики и технологии, это определенный серьезный опыт, который позволяет бизнесу сократить время, например, на старте, сократить для того, чтобы создать все, развернуть диджитальную инфраструктуру, подобрать правильные инструменты, правильно проинвестировать эти инструменты для того, чтобы они сочетались друг с другом, усиливали друг друга, то есть получалась некая синергия. И, конечно же, яркий выход обеспечивает тот план продаж, который необходим непосредственно бизнесу. И с тем опытом, который есть у нас, это можно реализовать в разы, в короткие сроки, нежели это делать, например, самому или там самому набирать каких-то фрилансеров. И, конечно же, эта эффективность, она в разы выше. Реклама как таковая иногда бывает костная, она бывает такой матерой, например, там печатные, борды и так далее. Но диджитал-реклама, она вообще не такая и всегда была такой. Она всегда менялась и очень быстро. Поэтому вопрос, конечно же, немножко с подковыкой, но, я думаю, для вас абсолютно не имеет такой страшной роли. Как сильно вы изменились за ближайшие 2 месяца, которые диктовала нам реальность? Вы знаете, на самом деле, вот у нас на сегодняшний момент более 3000 клиентов, которые работают с нами больше года. И, конечно же, с этими клиентами мы работаем по стратегиям. Это тогда, когда набор диджитал-инструментов разных, которые отрабатывают и горячий спрос, и работают над формированием спроса, да, над лояльностью, над узнаваемостью. И, конечно же, когда, например, вот в пандемию, да, произошли события, 99% клиентов либо сократили свои бюджеты, либо приостановили инвестирование в активное продвижение, да, то есть ушли в стагнацию некую, то проведя с ними определенные переговоры, рассказав о том, что как раз в этот момент надо увеличивать бюджеты на рекламу. Почему? Потому что конкуренция ослабевает. И 90% людей, наоборот, кинулись туда, в онлайн, а они решили оттуда уйти. Да, абсолютно верно. И, соответственно, таким образом, больше инвестируя, ты, во-первых, не только удерживаешь свою долю на рынке, но и очень быстро собираешь ту долю на рынке, которую раньше ты собрать просто не мог, потому что конкуренция была сильная. И вот что показывает сейчас, последние 2 месяца у нас больше 12% клиентов увеличили бюджеты, и мы видим, как они не только выполняют свои планы продаж, то они их перевыполняют ровно по той простой причине, что конкуренция ниже, кто-то перестал там инвестировать, то есть до этого не дошел, что-то боится, какие-то там видит риски и прочее. А мы в реале, да, дав правильные рекомендации, правильно реализовав эти работы, мы показываем очень хорошую результативность. Поэтому, конечно же, если говорить, опять-таки, например, про социальные сети, которые ушли из России и недоступны, да, к активному продвижению для бизнеса по отдаче, то мы всегда в стратегиях рекомендовали несколько разных социальных сетях. И мы тут сделали небольшую перегруппировку по инвестициям в социальные сети. Чуть-чуть сменили ракурс, чуть-чуть сменили тональности, причем эти работы провели в течение 1 недели. Было небольшое проседание, но сейчас все уже совершенно... через неделю мы их восстановили, и дальше продолжился рост. Поэтому здесь вопрос именно правильной, грамотной перегруппировки и правильно выстроенных стратегий. Конечно же, эта работа, она емкая, она серьезная, она требует определенного количества времени, но тогда, когда ты работаешь по стратегиям, то компания в итоге экономит очень сильно. Замечательно. Во-первых, все хорошо, мы понимаем, что уровень понимания ваших клиентов ситуации растет, и они понимают, что такие ситуации – это тоже отличная точка роста и, главное, увеличение своей доли на рынке. И, наверное, пару слов от вас своим будущим клиентам и вообще всем игрокам рынка. Ой, вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что нужно быть смелее, потому что только идущие осиливают эту дорогу, да, и достигают хороших результатов. И, конечно же, позволять отрабатывать гипотезы, искать профессиональные команды, которые действительно профессионалы в своем деле и которые не на словах, а на хорошем опыте показывают о том, что
Простите, но я... Я понимаю, вы хотите сказать самое лучшее своим клиентам, самое главное, мы сказали обо всех плюсах, и вы теперь просто уже как свое детище пытаетесь донести. Друзья, работайте, самое главное, с правильными людьми, которые знают, как делать правильные шаги. И все же, финальное слово, да? Ура! Да, ура, обращайтесь, поможем абсолютно все и решаем огромное количество задач для бизнеса. Во всяком, как минимум, сделаем хорошие, правильные аудиты и покажем, где у вас что-то работает, а где не работает. А это очень важно. Друзья, в путь!